В ходе рейдов полицейские останавливают на трассе автомобили и по базе данных проверяют наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения. С начала года таких было выявлено 357 – тех, кто уклоняется от исполнения административного наказания. Согласно статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрена мера ответственности за данное правонарушение, даже такая, как административный арест либо исправительные работы на срок более 15 суток. По решению суда 43 водителям назначен административный арест на срок до 15 суток. 54 водителя привлечены к обязательным работам на срок до 50 часов. И 193 водителя оплатили штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. Отмечу, что многие водители к оплате штрафов относятся несерьезно, другие и вовсе не знают, чем это может обернуться. Но, как показывает практика, после проведенных дней под арестом их мнение меняется. Как долго вы здесь находились? 5 суток. 5 суток. Как вы считаете, то есть впредь будете ли платить, не платить? Один раз попал, да. То есть оно того не стоит? Не того, если. Добавлю, что после наложения административного штрафа за нарушение правил дорожного движения оплатить его нужно успеть за 60 суток.